Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Антон Анисимов. И сегодня у нас будет моя 8-я самоделка под названием лифт. Вот я сделал у нас такой компактный лифт. Сразу скажу, чтобы в комментариях ничего не было. Лифт, эта идея была не моя. Я взял ее у канала Иван Брикс. В общем, так вот, чтобы не было ничего. Теперь сам лифт. В общем, он сделан не из большого количества деталей. В общем, здесь 6 четвернушек использованы. Вот так вот, с одной и с другой стороны. Дальше уже здесь надо вот такие использовать. При желании можно сделать вот эту вот штуку, деталь повернуть здесь и сделать кнопку вызова. Но я не стала ее делать. Теперь давайте посмотрим, как именно устроен лифт внутри, а вот внутрь. Значит, вот лифт спускается, и здесь человечек не выпадет, потому что здесь вставлено стекло в кабинку. На втором этаже сзади, вот у нас, видите, я сделал дверь такую, но все равно лифт, даже если поднимется, то здесь тоже будет стекло, и человечек также не выпадет. Ну а теперь давайте я вам покажу, как это все работает. То есть берем, ставим человечка, закрываем лифт, и вот он едет. Потом, чтобы лифт остановился, ну, это как... Он может как бы сам между кубиков вот так застрять, а можно его вот так сделать, прикрепить, чтобы вот держался. То есть вот дверь открывается, все, человечек уходит. Лифт этот можно делать на 2 и на 3 этажа. На 4 уже там труднее делать, потому что там он может выпасть, когда будет подниматься. Сама вот эта часть. Вот ручка сделана из обычной детали, вот. Из такой. Также кабинка сама сделана из двойной. Можно сделать, взять две вот таких рамы двери и сделать кабинку. Но и опять же их придется чем-то скреплять. А так тут сразу вот и все. Ну вот такой небольшая самоделка у меня получилась, компактный лифт. Кому понравилось данное видео, ставим лайки, подписываемся на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем пока!